Добрый день. В эфире программа «Люди. Компания. Бизнес». И в эфире ведущие Виктор Куприн и Александр Бегляров. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях Иван Глушков, заместитель генерального директора штада CIS. Добрый день, Александр. Добрый день, Виктор. Здравствуйте еще раз. И наша сегодняшняя передача будет посвящена фармацевтике. Индустрии интересной, инновационной, постоянно мелькающей в новостях. Но сначала, если можно, пару слов о компании. Штат CIS. Российский офис, российское отделение крупной немецкой дженериковой компании с большими производственными мощностями в России и работающей в России и близлежащих странах. То есть не только России, да, но и страны бывшего постсоветского пространства. Штат, да, компания ориентированная в основном на оптичный сегмент. Поэтому, может быть, зрители знают наши бренды, такие как Витапрост, например, Хондроксид или там Левомиколь. Да? Вот. Но большинство рецептурных препаратов, скорее всего, зрителям неизвестны, поскольку фармрынок построен на брендах препаратов. Рецептурные бренды рекламировать нельзя. Да? Вот. И бренды компаний знают все-таки меньше количество людей, да, в основном специалисты, работающие в индустрии. А в мире эта компания большая? По мировым меркам? Штат, да, 8-9 в списке мировых дженериковых компаний. Да, такой вот крепкий середнячок. Большая. Ну, всегда вопрос, с чем сравнить. Откуда такое название? Это аббревиатура. Аббревиатура фразы «Standard Arzneimittel für Deutsche Apotheke» – «Стандарт лекарств немецкой аптеки». Название такое, потому что Штада изначально создавалась больше 120 лет назад как кооператив аптекарей. Да, и превратилась, уже была реорганизована в акционерное общество только в 70-х годах прошлого века. Да. Собственно, по состоянию на сейчас это акционерное общество, большая часть акционеров, которых правда, те же самые немецкие аптекари, да, которые в свое время были участниками, или родители которых были участниками этого кооператива. Но они до сих пор роялти получают? Конечно, акционеры получают дивиденды по акциям, безусловно. А когда в Россию пришла ваша компания? Штат, да, здесь присутствует как представительство с 2001 года, но, по сути, вошла на рынок в конце 2004 года, когда был куплен Нижегородский завод, Нишфарм. Да. Это вот всякие гели, да? Да, Нишфарм – крупнейший в стране производитель так называемых мягких форм. Это суппозитории, мазь, гель, линемент. Да. Вот. В конце 2004-го куплен Нишфарм, в конце 2007-го, в начале 2008-го построен новый завод в Обнинске. Да, это если говорить о двух производствах. С нуля? Да, это Гринфилд, на поляне в лесу практически был построен новый завод. Вот, это сейчас две наши производственные площадки, и благодаря этим площадкам Штада второй по размерам производитель в стране. А планируется ли расширение? Новые заводы, новое производство здесь? Знаете, сильно зависит, конечно, от того, что будет происходить с рынком. Сейчас рынок впервые, наверное, за последние 15 лет, с начала 2000-х, начал сокращаться в упаковках. В основном из-за падения доходов населения. Если эта тенденция будет сохраняться, то смысла в расширении производственных мощностей немного. Если она будет переломлена, да, доходы населения начнут расти, на что мы рассчитываем, тогда безусловно. Да. В принципе, в России объем потребления лекарственных препаратов и в упаковках, и в деньгах, конечно, значительно меньше, чем в большинстве других стран мира. А штаб-квартира в Германии, она понимает эту ситуацию или же требует что-то невозможного? Штаб-квартира требует возможного, что не значит, что это легко цель легко достигаемая. Да? Но российский офис для Штада – это очень эффективный офис. Да? Когда Штада покупала Нишварм в 2004 году, объем бизнеса был примерно 50-60 миллионов евро. Да. Сейчас, по итогам 2015 года, даже после всех девальваций, объем бизнеса существенно больше 300 миллионов евро. Да. Без девальвации мы бы сейчас выглядели почти под миллиард. Да. Это очень большой рост. Да, там для Штады Россия очень значимый рынок. Ну, я знаю также, что вы серьезный инвестор, что у вас 500 миллионов евро, да? Да, да, да. Потратила чуть меньше 500 миллионов евро вот за годы своего присутствия в России. Это и покупка Нишфарма, это и строительство завода в Обнинске Хемофарм, это покупка продуктовых портфелей. Вот. То есть в целом это именно наши капитальные инвестиции,
да? Вот. И по этим цифрам штата либо крупнейшая, либо там в тройке крупнейших, да, надо понимать, что эти цифры на рынке, конечно, не очень прозрачные. Сложно сравнивать себя с кем-то. Иван, вы сказали о том, что рынок падает в упаковках. А вообще, как он сейчас себя чувствует? Особенно еще расскажите, пожалуйста, про аптечный сегмент и госпитальный сегмент. Так, если говорить про 2015 год, примерно плюс 8% в рублях вырос рынок. Это хорошая цифра, но эта цифра меньше, чем предыдущие годы, во-первых. А во-вторых, этот рост, он в основном за счет роста цен, к сожалению. Да? То есть это неправильный рост, нехороший, который сокращает платежеспособный спрос. Что мы видим по падению рынка в упаковках. В целом, если говорить вообще о том, что происходит, да, рынок сильно притормозил, да, и аптечный, и государственный сегмент. Ожидания на 2016 год очень консервативные. Да? Не было бы хуже, называется, да, не было бы падения. Вот. Но поскольку лекарства, вообще говоря, это все-таки товар, на котором экономят в последнюю очередь, да, то индустрия считает, что как только начнет восстанавливаться платежеспособный спрос, конечно, начнет расти и рынок в целом. Все время возникает вопрос по поводу госпитальных препаратов, о том, что вот их не хватает, что люди приходят в больницу. Их говорят им, что купите сами. Вот вы можете сказать объективный взгляд на ситуацию? Достаточно ли обеспечены больницы, поликлиники? Знаете как? Лекарства. У государства большой объем социальных обязательств и совсем не такой большой бюджет. К сожалению, очевидно сейчас, что денег в бюджете не хватает для выполнения всего объема обязательств. В каких-то ситуациях это более остро, в каких-то менее остро, но принципиально ответ один. Да? Действительно, стандартная ситуация, когда в клиниках каких-то препаратов может не хватать. Да? Это, правда, связано не только с бюджетом. Это может быть связано просто, например, с ошибками в планировании. Да? Когда невозможно точно оценить, сколько у тебя будет в следующем году пациентов, да, с конкретными показаниями, но именно для них ты должен сейчас уже провести конкурс и лекарственные препараты купить. Да? Поэтому если ты купил мало пациента без лекарств, если ты купил много, ты потратил лишние деньги, к тебе будут вопросы, и в конце концов препарат может стухнуть. Да? Поэтому вопрос вот точного определения потребности, точнее, неумения точного определения потребности, это одна из причин проблем с наличием лекарственных, точнее, с отсутствием лекарственных препаратов в клиниках. У меня вопрос к вам. А скажите, пожалуйста, вот, ну, лекарства, да, скажем, ну, аналоги какие-то, так, ну, лекарства выпускают другие компании. А как вы их продвигаете? Ну, вот я в аптеку прихожу, и я вижу там ваше лекарство, там еще чье-то лекарство, там еще где-то третье лекарство. Вот как мне сориентироваться в этом? Так, а как вам сориентироваться? Ну, во-первых, вам в любом случае провизор что-то порекомендует. И в 9, наверное, случаях из 10 это будет та рекомендация, о которой фармацевтическая компания договорилась с штаб-квартирой аптечной сети. Да? Вот, это раз. Второе. Если вы хотите разобраться сами, то здесь сложнее, потому что лекарство все-таки специальный товар, требующий специальных знаний, да, как им пользоваться. Либо вы купите тот лекарственный препарат, который раньше вам помогал, да? Либо вы купите тот лекарственный препарат, который вам рекомендовал врач, либо вы купите тот лекарственный препарат, о котором вы получили информацию из рекламы, либо из интернета. Ну, телевидение. Вот телевидение показывает, да. Рекламируют они. Вы в этом участвуете? Конечно. Надо сказать, что не только штат в этом участвует. Да? Примерно треть всей телевизионной рекламы в стране – это фармацевтические компании. Да, фармацевтические компании сейчас крупнейший рекламодатель. Ближайшие из них, по-моему, на втором месте банки, у них доля в два раза меньше. Но это же они, реклама идет, скажем, безрецептурные. Конечно, да, это речь только о безрецептурных препаратах, рецептурные в средствах массовой информации рекламировать нельзя. Иван, давайте остановимся. Вы только что сказали о том, что 9 из 10 случаев провизор порекомендует то, что ему сказали в штаб-квартире рекомендовать. Конечно. То есть
отчасти мы являемся заложниками ваших договоренностей, мы как потребители являемся заложниками ваших договоренностей с аптечной сетью. Верно. Смотрите, если бы у производителей была возможность не платить аптечным сетям за такие рекомендации, производители с удовольствием бы не платили. Вот правда. Да? По большому счету, для производителя здесь такой выбор без выбора. Да? Переговорные позиции производителя с любой крупной аптечной сетью всегда очень слабые. Даже крупные производители, такие как мы производим, ну, там, у нас номенклатура около 200 препаратов. Да? А в крупной аптечной сети номенклатура может быть 5, 6 или 10 тысяч. Да? А для дженериков, для воспроизведенных препаратов, аптечная сеть, не договорившись с нами, легко заменяет на своей полке наш препарат на другой. Да? Препарат той компании, с которым она договорилась о том, что компания ей заплатит за рекомендацию. Да? Это работает, конечно, надо понимать, что это работает против пациента. Точно, совершенно. Да? Хотя это не значит, что такая рекомендация плоха. Да, это может быть и хорошая рекомендация, это наверняка хороший препарат. Да? Другое дело, что это рекомендации, которые оплачены фармацевтической компанией. Так устроен рынок, это факт. А нам говорят о том, что нужно смотреть на активный ингредиент, и это все решает. Это правда или нет? Или здесь тоже есть какие-то свои нюансы? Хотелось бы, чтобы это было правдой, но это не всегда так. На рынке, к сожалению, достаточно большое количество препаратов, выпущенных давно, старых препаратов, которые выпускались на рынок по очень мягким правилам. Да? То есть, если говорить там, на бытовом языке, требования к контролю качества, эффективности и безопасности которых отличаются от современных. Действующее вещество там может быть тоже, но реально эффект от этого препарата и безопасность этого препарата могут быть совсем иной. Поэтому, да, окей, дешевый препарат не всегда не значит некачественный. То есть цена не влияет на это? К сожалению, нет. Так же, как и дорогая цена не является гарантией качества, так же дешевая не значит, что некачественная. Да? Здесь в идеале, конечно, пациент должен понимать, смотреть препарат, чьего производства он покупает. Да? Но это сложная тема. Да? То есть это надо разбираться, что это за компания, где она производит, да? Какие у нее есть подтверждения соответствия. Это имеет смысл делать только если ты препарат какой-то используешь постоянно. Да, и хочешь быть уверен. Серьезно, да? А полки российских аптек забиты индийскими дженериками. Вот индийский дженерик, который поступает в Россию и в Америку, это разные вещи или это одно и то же? Смотрите, вот качество, как бы нам то ни хотелось, не имеет страны. Да? В Индии есть очень хорошие заводы, и в Индии есть плохие заводы. В России есть очень хорошие заводы, в России есть плохие заводы. Да? Если мы говорим о том, что препарат производится на заводе в Индии, и с этого завода идет и в Германию, в США или в Россию, то, скорее всего, это одинаково качественный препарат. Никто не перенастраивает линию под какие-то дополнительные требования нового рынка. Этого не происходит. Другое дело, что с какого именно завода этот дженерик в Индии, да, идет он оттуда в США, да, или он делается только исключительно для России, как это потребитель выяснит? Никак. Вот сейчас объективно выяснить это достоверно никак невозможно. Ну, смотрите, как, в общем-то, ну, кто закупает, тоже может сказать, что, в общем-то, мне нужна вот такая цена. Уменьшите на чем-нибудь, несущественная упаковка там. Смотрите, закупает у фармкомпании всегда дистрибутор. Угу. Да? Дистрибутор, как правило, торгуется за скидку на объем. Да? В редких случаях торговля идет по конкретной позиции. Да? Обычно дистрибутор смотрит на большой продуктовый портфель, да? Смотрит на позицию компании по активному продвижению этих продуктов, чтобы получить гарантии того, что будет на них платежеспособный спрос. Да? И договаривается, хорошо, мы вам обеспечиваем миллиард продаж, да? На этот миллиард какой уровень бонуса дистрибутора получит. Такая модель отношений. Да? Хотя в узких сегментах может быть и обсуждение и по цене. Это так, но это редкий случай. Иван, мы сейчас остановимся и перейдем на рекламу. Уважаемые зрители, у нас рекламная пауза.
Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Люди. Компания. Бизнес». В студии ведущие программы Виктор Куприн, Александр Бегляров. Здравствуйте. И у нас в гостях Иван Глушков, заместитель генерального директора штада CIS. Добрый день, Александр. Добрый день, Виктор. Ну, продолжим нашу беседу. Александр. Да. Еще хотелось бы узнать, как вы выстраиваете взаимоотношения с медицинскими учреждениями, аптечными сетями и врачами? И как эти взаимоотношения регламентированы законодательством? Так, давайте разделим. Взаимоотношения с аптечными сетями – это в большей степени коммерческая история. Взаимодействие с врачами – это история медицинская. С врачами есть набор ограничений в 323-61 федеральных законах, который по факту делает сложным либо невозможным прямой контакт фармацевтической компании с врачом. Все фармкомпании в основном сейчас работают через профессиональное объединение врачей, которые есть сейчас в России во всех специальностях, да, например. Регионах тоже. Это в основном федеральное объединение, да, которое может иметь в каком-то регионе филиал. Например, есть такое Всероссийское научное общество кардиологов, да, или Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи. И так далее, да. Такие профессиональные общества сами организуют обучение своих членов, а фармацевтические компании дают для этого либо материал, либо какие-то организационные возможности для проведения мероприятий. Да. Но принципиально важно, что, собственно, качество обучения, содержание обучения за это отвечают руководители профессиональных обществ. Идея состоит в том, что руководители большинства обществ – это врачи, репутация которых для них самих крайне важна. Да? И они своей репутацией, именем, да, отвечают за то качество знаний, которые получают врачи, входящие в эти профессиональные общества. Да, это вполне комплаентная история сейчас, которая устраивает и индустрию, и, как нам кажется, устраивает и врачебное сообщество. А мы постоянно слышим о том, что этот врач поехал туда на конференцию в Барселону, допустим, эти врачи поехали на конференцию в Амстердам. Кто оплачивает это? Знаете как, если говорить о поездках на научные конференции, то в большинстве случаев оплачивают сами же профессиональные объединения врачей. Да? Если мы с вами говорим о каком-то неэтичном поведении, да, то вот такие примеры, они были последний раз год 3-4 назад. Да? Фармацевтические компании очень резко сократили подобные действия, там, практически исключили все это, потому что риск штрафов, да, со стороны Федеральной антимонопольной службы, в первую очередь, да, со стороны Росздравнадзора, слишком велик и для самих фармкомпаний, и на самом деле и врачи сами связываться не хотят. Да, потому что их это тоже касается, и ограничения на них тоже распространяются. А за счет чего финансируется профессиональное объединение? Смотрите, профессиональное объединение врачей в большинстве случаев возглавляет врач, являющийся главой, директором крупного института, да, либо руководителем какой-то крупной сети медицинских центров. Как правило, часть расходов такого объединения финансирует, собственно, тот институт, руководителем которого является руководитель общества. Вот. Частично общество, собственно, оказывает услуги определенные, сервисы для заказчиков. Да? Например, фармкомпания может обратиться в общество с просьбой провести ту или иную разработку методических рекомендаций или провести фармакоэкономическое исследование, да, или что-то еще. Да. Собственно, на деньги, за оплата за такие услуги общество существует. Ну, мы сейчас говорим о звездах врачах, правильно? О врачах топ-уровня, которые могут, которых приглашают на поездки на серьезные конференции за рубеж и в России. Верно. А рядовой врач, вот каким образом вы можете достучаться до него? Рядовой врач, во-первых, сейчас очень сильно ориентируется не на общение с медицинским представителем, как было некоторое время назад, а на так называемые национальные клинические рекомендации. Да? Если фармкомпания заинтересована в том, что в клин-рекомендациях национальных был тот или иной препарат, оно все равно идет в профессиональное общество врачей, заказывает проведение исследования, да, и пытается аргументировать, что препарат надо включить в клин-рекомендации. Если он там есть, то врач, работающий в первичном звене, с большей степенью вероятности его выпишет. Это раз. Второе. Законодательство не запрещает проведение по разрешению главного врача в поликлинике, например, да, круглого стола по заранее согласованной тематике
Соответственно, если эта тематика согласована, такой круглый стол, приходят врачи, приходят представители компании, да, приносят с собой какую-то информацию. Да. Это второй вариант донесения информации. Третий — интернет. Да. Есть масса источников в вебе, ориентированных на врачей, со специальной информацией, специальными знаниями, значительную часть которого формируют именно фармацевтические компании. А насколько вот костна эта среда врачей? То есть это врачи, постоянно ищущие что-то новое, или же ну, вот, в подавляющем большинстве своем не работающие в крупных центрах? Да. Которые интересуются новинками различными, они вот, прогрессивные, они понимают, что происходит. Знаете, вот мое субъективное мнение, что хороший врач должен быть всегда консерватором. Да? Новый препарат и новый метод лечения – это еще и новые риски с этим связанные. Да? Если ты уверен, что этот препарат работает, да, помогает, да, то для смены метода лечения нужны серьезные аргументы. Вот. Хотя, конечно, да, в врачебном сообществе есть всегда доля врачей, пытающихся получить что-то новое, да, получить доступ к новой информации, к новым методам лечения. Я не думаю, что таких врачей больше, чем таких инноваторов в каких-то других специальностях, профессиях. Да. Я бы сказал, процентов 10-15, может быть, максимум. Вот. И здесь, может быть, важно еще сказать о том, что большая часть информации профессиональной, она в медицине на английском языке. Да. Не самая большая часть врачей свободно владеет языком настолько, чтобы спокойно читать англоязычные источники. Это выступает таким естественным ограничителем, к сожалению. А возвращаясь к лекарствам, в России какие-то новые препараты появляются серьезного уровня? В России новые лекарственные препараты... Их, ну, типа, сертифицируют или как у вас происходит это? Регистрация. Препарат, чтобы попасть на рынок, должен пройти государственную регистрацию. Да? В России лекарственные препараты новые регистрируются. Правда, это, наверное, относительно небольшая часть от лекарственных препаратов, которые регистрируются в мире в целом. Проблема в том, что Россия установила для себя правило требования проведения локальных клинических исследований в России. То есть препарат уже выведен, например, где-то в Европе, прошел клинические исследования, и чтобы зарегистрировать в России, надо провести исследование еще раз. Да? Но кроме того, что это не очень этично, да, там, проводить исследования, если они уже раз проведены, в ряде случаев это еще и никогда не окупается. Если пациентов внутри страны мало, клинические исследования не дешевые, да? Получается так, что для того, чтобы вывести на рынок, должен провести клин-исследование, она настолько увеличивает стоимость препарата, да, что это вряд ли кому-то будет нужно. Это серьезный барьер сейчас, к сожалению, пока эта ситуация сохраняется. Он непреодолим, да? Но вот там улучшений никаких нет или смягчения режима? Индустрия достаточно давно, это с 2010 года эта норма существует, 2010-го. Индустрия с 2010 же года пытается объяснить государству негативные последствия этой нормы, пока без особого успеха. А почему? Почему? Ну, знаете как, вообще изначально эта норма вводилась, например, с нашей точки зрения, Минздравом для того, чтобы дать заработать врачам-исследователям, да, потому что клинические исследования – это действительно большие деньги, это большая индустрия. Вот. Но заботясь о доходах врачей-исследователей, Минздрав потерял из виду, собственно, обычную экономику. Да? Если внутри страны 1000 пациентов какого-то не очень распространенного заболевания, да, то клиническое исследование не окупится у тебя никогда. Да? При этом, если еще препарат у тебя жизнеспасающий, то есть на него регистрируется цена государством, да, и цену ты не можешь индексировать даже по уровню инфляции, да, ситуация становится еще хуже. Да. К сожалению, мы понимаем, почему Минздрав не очень интересуется экономикой. Да. В конце концов, Минздрав занимается больше медициной. Да. Но, к сожалению, это тот случай, когда медицина с экономикой настолько взаимосвязана, да, что рассматривать одну часть без другой невозможно. Иван, с врачами мы разобрались. А теперь, что касается вашей работы с аптечными сетями. Что с ними происходит? С ним происходит жесткая торговля. Аптечная сеть пытается подороже продать производителю доступ к потребителю. И, к сожалению, здесь у производителей очень слабая переговорная позиция.
особенно если речь идет о производителе препарата, который может чем-то заменить. Да? Обучение провизоров, первостольников в аптеках, в крупных аптечных сетях, это достаточно давно уже собственный учебный центр. Для производителя, чтобы дать туда информацию о своих препаратах, надо заплатить деньги. Чтобы поставить препарат на полку, надо заплатить деньги. Чтобы провизор рекомендовал препарат, надо заплатить деньги и так далее. Да? Соответственно, эта ситуация, к сожалению, сейчас приводит к такому созданию небольшого дисбаланса на рынке. Аптечная сеть перетягивает на себя канат, делая присутствие некоторых препаратов на рынке просто невыгодным. Крайний случай можно увидеть в Прибалтике. Да? Там этот процесс начался сильно раньше, чем в России, лет на 10, наверное, раньше. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Люди. Компания. Бизнес». У нас в гостях был Глушков Иван, а вели программу Александр Бегляров и Виктор Куприн. До свидания.